То, что я сейчас скажу, вы никогда не услышите от обезьян, ведущих большие гайд-каналы по помощи начинающим контент-креаторам. При этом я очень сильно удивлюсь, если эти люди не знают, о чем я говорю. Сектор битрейт на барабане. В каком бы битрейте ты ни выводил видео из монтажки, на ютубе оно оказывается убогим уёбищем, на которое смотреть больно. Почему так? На ютубе имеют место три кодека. AVC отвечает за все, что 1080 или ниже, и шакалит видео больше всех. VP9 отвечает за все, что равно или больше 2К, но оно же Quad HD, дает уже куда более съедобную картинку. AV1 же самый качественный, но ютуб его дает по своему усмотрению настолько, что даже если ты самостоятельно конвертируешь видео в AV1, ютуб, подумав, выплюнет его обратно в VP9 или AVC. Возможно, есть какие-то требования по контенту, возможно, по качеству или количеству аудитории, но до покупки очень серьезной камеры и общедоступных кодеков вполне хватит. Для большей чистоты картины, пожалуй, не будем уточнять, что все это ни хрена не кодеки, а методы пережима внутри кодека MP4. И по большому счету, все, что нужно для получения большего битрейта, это вывести видео в 2К, даже если нет возможности писать его нативно в этом разрешении, тупо программно увеличив его на выводе из монтажки. Вот 1080 исходник, выводим его из монтажки в 2560 на 1440, задавая исходный битрейт видеофайла. Либо же, если у вас серьезное большое видео, давайте битрейт по самому жирному клипу в нем. Говоря же за разницу в цифрах, битрейт от такой манипуляции увеличивается в 2 с лишним раза, при идентичном 1080 исходнике. Когда ты закидываешь Full HD видео на YouTube, платформа кидает его в пережим через AVC автоматически, так как считает его недостаточно качественным. И платформа абсолютно не волнует то, что у видоса 30 с хуем мегабит, что как бы немножко много для 1080. Но когда ты заливаешь то же самое абсолютно видео в 2К, еще в идеале, конечно, 60 FPS, то получаешь ты выше качество не только 2К видео, но и Full HD и 480 и 360, потому что площадка сжимает видос до любого из этих разрешений с помощью кодека VP9, давая тем самым твоему видосу больше битрейт в каждом разрешении. То же самое по сути касается и стримов, только потолки в этой дисциплине ютубом указаны уже без увиливаний. Но теперь у нас другая игра, попытаться не сесть на бутылку в виде твоего собственного компьютера, танцуя параллельно с бубном, потому что теперь нужно подбирать идеальное соотношение относительно твоего компьютера и битрейта. Это значит, что под 2К, при котором получается более-менее нормальная картинка, благодаря тому самому VP9, YouTube выделяет полосу не более 13 мегабит, что как бы немного, но комп все равно надо иметь очень солидный. Но 13 так 13, указываем в кодировщике 13 мегабит и выводу 2К, даже если играем 1080, так как в противном случае никакого VP9 не будет, и стрим будет сыпаться еще сильнее. И теперь начинаем хуярить в бубен, балансируя игру относительно стрима. И для каждой абсолютной игры такой процесс обязателен для достижения максимального качества потока. И для каждого железа этот процесс, кстати, уникальный. В моем, допустим, случае указан энкод с помощью NVENC, так как я готов пожертвовать десяткой FPS или же графоном, но давать достойную картинку. NVENC — это внутренний энкодер NVIDIA, и на картах AMD его очевидно нет. Верно также и обратное, на картах AMD есть собственный аналог данной фичи, правда, как хорошо он работает, я не знаю, и подсказать вам ничего по его поводу не могу. Но именно при таком конфиге с NVENC у меня меньше всего проявляется нехватка битрейта и мощности компьютера при максимальном качестве потока. И для моего компьютера это относительно универсальная тема, так как большая часть работы делается через видеокарту, ее проще всего разгрузить, тупо понизив графон и лог в 60 кадров дать. Тем, кто будет делать все это через процессор, вообще не позавидуешь. Ибо пока человек не получит что-то типа 5900X или 12700, о качественном потоке с полточка стоит, пожалуй, забыть. Почему так? Да потому что, кодируя через процессор, то есть в X264, есть разная скорость обработки кадра. Чем дольше, тем лучше. И чтобы картинка на 13 мегабитах соответствовала хотя бы моей с NVENC, нужно ставить пресет Medium, что само по себе охуительная нагрузка даже для топовых шестиядерников. А им еще как бы игру тянуть, заниматься мелкими делами по типу отображения донатов, браузерами для мониторинга и прочим. Сейчас уже даже появилась возможность стримить с помощью AV1, правда есть маленькое но. Посмотрите на скорость потока и на загрузку процессора. Это 12400. Это все, конечно, база для самых маленьких, и накидывать инфу на вентилятор можно еще долго. Но для базового ознакомления, что нужно делать для улучшения качества собственных видео и стримов, пожалуй, хватит. Хотим качественное видео, выводим в 2К, в идеале пишем в 2К. Хотим качественный стрим, выводим его в 2К, танцуем с бубном, чтобы все это не наебнулось. Я для резидента, который стримил, провел 20 или 30 невидимых потоков, чисто для того, чтобы покопаться в настройках и подобрать для себя правильный пресет. Так что не верьте, что у вас все получится очень быстро и с полточка. Спасибо за внимание. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got it.